Добрый вечер. У эфира программа «Новины региона». У студии працую Евген Побаловец. Глядите у выпуску. Сегодня в Гомеле отбылась презентация конкурса проектов в рамках программы поддержки Беларуси Федерального урада Германии. У Гомельской области заявилась возможность оплачивать штрафы за порушение правил дорожного руху про систему разлик единой разликовой информационной просторы. Упрыгожвание, цацкие, креативные атрибуты хатнего интерьеру. Оригинальные речи ручной работы представили на выставе «Модная осень». Гандболистки Гомеля потерпели поражение у первом поединку другого квалификационного раунда Кубка Европейской гандбольной федерации. Зараз об этом меньшем больше подробязно. Сегодня в Гомеле для представников улады и громадских организаций отбылась презентация конкурсу проектов в рамках программы поддержки Беларуси Федерального урада Германии. Супрацовництво уже амаль 15 годов. За этот час при поддержке Германии в Беларуси реализовано больше 200 проектов. Организовано больше за 150 конференций, форумов и семинаров. Главная особливость программы – это поддержка проектов недержавных структур, которые реализуют державный социальный заказ. Черговый конкурс координаторы программы объявили у Гомеля уже в 8 раз. Сбор заявок начнется в конце этого года, а реализовывать лучшие проекты будут до 2019-го. Сегодня координаторы программы ознакомились с условиями конкурса и отказали на питание. Здесь очень много людей, которые готовы работать на любое инновативное движение. Они уже очень много работали в этой программе. Мы все-таки 14 лет уже отработали вместе с NGO, с государством здесь или с комитетами, которые сегодня будут присутствовать на встрече. Я очень надеюсь, что в этом этапе заявок будет больше, чем в прошлом. И что мы как в социальном, так и в устойчивом развитии продвинемся на пару проектов больше. Отказность за невыставление электронных рахунков фактур по податку на добавленную вартость плануется ввести в Беларуси. Неглядяще на то, что необходимость працевать зими у организации предпринимальников заявилась улетку, многие все еще тягнут час. Как активизовать процесс, на Гомельщине постоянно проводятся научальные семинары по этим питанию. На одном из них побывали наши корреспонденты. Зараз на едином портале электронных рахунков фактур зарегистрировано около 7 тысяч плательщиков Гомельской области. Специалисты высветлили, сколько еще организаций и индивидуальных предпринимальников не подключились до порталу. Оказалось, прикладно 1800. И это не глядя на то, что в регионе провели свыше 1500 отповедных информационно-тлумачальных встреч и семинаров. Понятно, что с такой ситуацией мы мириться не можем, так же, как не можем оставить без внимания и без помощи таких плательщиков. Поэтому было принято решение работать с такими плательщиками конкретно и адресно, проводить с ними практические семинары. Для этого в каждой инспекции созданы рабочие места, где с плательщиком проводят практические семинары, где он может получить ответы на все волнующие вопросы. Как зарегистрироваться на портале, как создать электронный счет фактуру, как его подписать, как выставить. Как только у электронном документообороте появились рахунки фактуры, инженер филиала Гомель-Аблдар Будкомплект Алена Барабошина начала активно цікавіцца нововведениями. И это зразумело. Предприемство великое, паперовой работы хапая. И коли нечто пойдет не так, то потом придется за это отказывать. Тому наведывать такие встречи, где специалисты растлумачат любой нюанс, не примус, а необходимость. Он направлен на помощь налогоплательщикам в освоении то, что нам сказал, предписал делать закон. Вот. От закона уже не уйдешь никуда, а такие семинары помогают нам не делать ошибок в следующем, последующем. Створение и выставление электронных рахунков фактур с 1 липеня стало обовязковым для всех плательщиков податку на добавленную вартость. Яны повинны оплачивать этот податок при реализации объекта, у тым лику на экспорт, при увозе в Беларусь товаров, а так само при набытии на территории нашей страны продукции у замежных организаций, которые не находятся на податковом улику. Марина Северьянова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Тем часом у Гомельской области заявилась возможность оплачивать штрафы за порушение правил дорожного руху у интернете. Про систему разлика единой разликовой информационной просторы. Как поведомили у областной ДАИ, коли громадянин признает свою вину и его порушение не связано с позбавлением права керования и криминальной отказностью, выписывается минимальный штраф. Его можно оплатить на место наявными, про терминал и при допомозе послуги системы разлик. У опошнем выпадку порушальнику уручать копию постановы с присвоенным уникальным номером. И он дозволит оплатить штраф дистанционно у банкомате, инфокиоску або интернет-банкингу. Важно ведать, что штраф повинен быть выплачен на протягу 5 дн. До інших тем. У Гомельской области зараз официально зарегистрировано около 200 агросядиб.
Правда, реальная деятельность ожидается только крыху больше, как полова из них. Чем притягивают туристов и отпочивальников на Гомельском полесе? Потекавился Олег Сентеров. Осень – пригожий час, але для деятельности агросядеб не самый лепший. Колькость отпочивающих тут в этот период, звичайно, снижается. Правда, и не все уладальники таких сядеб імкнуться притягивать туристов выключно природными особливостями. Этот будинок у вёсцы Гурины Мазерского района неколи был сельским клубом, побудованным еще в 1945-м. Правда, перед тем, как его набыла семья Харковых, он 3 года никак не використовывался. Дякуючи намаганням новых господаров, былый клуб набыл зовсім інший вигляд. Причем, кажуть, у планах еще узвести лазню, невеликую гостиницу и завершить добропорядкование территории. Бодай самая значная проблема – невеликая колькость отпочивальников, у связи с чем основная надея сегодня на проведение веселья и корпоративов. С этой нагоды у агросядеби навод обсталевали специальную залу. Правда, зараз заявились пропановы об унесении изменений у законодавства об агротуризме, забороны на проведение таких мероприемств для уладальников, которые часто начинали литерально с нуля. Это может стать значной проблемой. Честно говоря, когда мы начинали заниматься этой агроусадьбой, у меня строительное образование, поэтому в сфере развлечений людей у меня не было знаний вообще никаких. Все по ходу, все это на ошибках, на шишках, как говорится, учились. У агросядеби Василиса Пригожая Ейского района от проведения урочистостей так само покуль не отмовляется, хоть могут пропоновать и иншие виды отпочинку. При том, что эта агросядеба, напевно, одиная в Беларуси, где упор зроблены на мясовую историю, бо Василиса у даденном выпадку не казачная героиня, а конкретный человек и тетка уладальницы Алены Логвиненко, Василиса Прохорова, первая трактористка тогочасной Полесской области, подчас Великой Отчины и настратила у всех детей, воевала в партизанском отряде, а потом Червоной армии. Дошла до Берлина, где покинула свой подпись на Рейхстагу. Жалею, что я ей не сказала, что у меня есть такая мечта, что, возможно, я приложу все силы и вернусь в родную деревню, чтобы возродить ее. И все, что она рассказывала о войне, донести людям ее рассказ. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Упрыгожванне цацкі, крэатыўныя атрыбуты хатняга інтэр'еру. Арыгінальныя рэчы ручной работы прадставілі на выставе-продажы «Модная восень» у Гомелі. Яна была арганізавана Саюзам гомельскіх рамеснікаў «Чароўныя падарункі». Наведвальнікі змаглі ацаніць не толькі арыгінальныя творчыя работы, але і модныя паказы новых калекцій ад беларускіх дызайнераў. Вероніка Варашыліна з падрабязнасцямі. Выстава-продаж авторских сувениров ручной работы «Модная осень» собрала у Гомеля людей, захопленных творчей справой. Мероприемство было организовано по инициативе Союза гомельских рамесников «Чароўныя падарункі». Все лето оно уладилось уже 4-й год запар. За 4 года наши ребята стали не просто членами клуба, это настоящая семья, друзья, которые даже не знают слова конкуренции, можно сказать. Они всегда рады друг другу помочь, потому что наше сообщество учит этого. Мы общаемся фактически каждый день посредством интернета. На выставке нам не так часто приходится объединяться, но все, что вы сегодня можете видеть, все подготовлено нашими руками. Это все альтруистический наш творческий клуб «Чароўныя падарункі». Майстры представили у вазе наведвальников декоративное панно, картины, мягкие цацки и подушки, вышитые ляльки, вязаные выробы, саморобное мыло и свечки из натуральных материалов. Серед самых популярных на выставе – экспозиция живых кветок, а так само флористичных композиций, выполненных у техницы свит-дизайну. Свит-дизайн – сладкий дизайн, потому что внутри каждого цветочка конфета. Ну а дизайн уже составление букетов как таковое. В каждом цветочке завернута конфета. А потом уже из цветов составляется букет. Ленты, бумага, конфеты, веточки, листики. Все, что попадается на глаза, очень часто идет в дело. Яскравый калейдоскоп творчих идей сопровождался модными показами осеньских коллекций от белорусских дизайнеров из Гомеля и Минска. Шоу-программа так само включила у себя демонстрацию творчих номеров юных и дорослых артистов. Яны представили запальные испанские и грациозные индийские танцы, а так само шерох музычных композиций. У вазе гостей был пропонованный и займальный майстер-класс по створению декоративных упрыгоживаний. Цікавый заняток на модной осени знайшовся для кожного наведвальника. Вероника Ворошилина, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».
15 годов со дня створения значила белорусская молодежная громадская организация вартовальников и пожарных. Сегодня она одна из найбуйнейших в Украине. Основная мета деятельности – громадянское и патриотичное выхование детей и молоди, научение правилам безопасности, раскрытие творчих и спортивных здольностей. Подчас святочного мероприятия отбылось узнагородження активистов районных организаций, а так само переможцев областного конкурса «112 добрых справ». Сегодня у нас эта организация в Гомельской области охватывает более 17 тысяч детей. За 15 лет работы белорусской молодежной организации спасателей пожарных в нашей области можно сказать то, что мы добились, у нас не погибает детей на пожар. У Гомеля отбылся первый этап региональных кадетских гульнев «За Беларусь в учися перемагать». Его удельниками стали как наученцы городского кадетского училища, так и выпускники военно-патриотичных классов. Организаторами кадетских гульнев выступили силовые структуры. Головная мета – выявить наймацнейшего сярод подлетков, которые обрали для себе справу служения айчине. У программе «Крос по пересеченной мясовости», «Переодольвание полосы перешкод» и «Стрельба с пневматичной винтовки». Это не только проверка физической подрыхтовки, але и психологической устойливости. Это добрый подмурок для дальнейшей учебы. До речи, сярод студентов военно-транспортного факультета Белдута 10 былых кадетов. И они у лику наибольш поспяховых курсантов. Выпускники кадетские училища, они великолепно адаптируются буквально с первых дней. Значит, буквально из всех выпускников кадетского училища, которые приходят, мы подбираем младших командиров. Это сержантский состав. Значит, они хорошо владели военными видами подготовки, и строевая подготовка, и знают уставы, и знают уклад армейской жизни. И уже могут иметь хорошие лидерские качества и ведут за собой подразделения. И об спорте. Гандболистки Гомеля потерпели поражение у первом поединку другого квалификационного раунда Кубка Европейской гандбольной федерации. Подопечные Томаша Чатера на домашней пляцовце примали соперниц с румынской команды «Дунерия». На жаль, родные стены не допомогли. В опытные румынки отримали вельми переконавчую перемогу. Подробязнее расскажет Сергей Негяревич. Починалася гульня довольно ровно. Гости открыли лик, господыни зравняли. На 11-2-2 справа крыху припынилася. Соперники несколько хвилин атаковали один одного беспоспяхово. Сдавалося, на пляцовце ровные по силе команды. Неузабаве гандболистки Дунеры оторвалися на два мячи. Гамельчанки опынулися у роли догоняющих. Але догнать до конца тайма не здолели. Першая 30 хвилинка завершилася с ликом 10-11. Что, зрешты, не дренно, уличивающий статус оппоненток. Эта команда играет очень сильный чемпионат. Эта команда, если знаете, выиграла чемпиона Европы два кола назад в своем чемпионате. И поэтому довольный опыт наших игроков есть пока на этом уровне. А потом, когда надо немножко с головой играть, мяч немножко спокойно отыграть на ворота, этого нам недостаточно. И после перапынку тое, про что кажет Томаш Чатер, проявилося. Хотя почался другий тайм с мажорной ноты. Оксана Артамонова забила и нареште заравняла лик. Але, как оказалось, после у опошней за эту гульню раз. Румынки стали забивать, заховывая надейную оборону. Гости знайшли свою гульню. А вот господыни свою стратили. И коли первый тайм гости выиграли с ликом 11-10, то у другим лик оказался 16-5 на их корысть. У выннику буйное поражение Гомеля 15-27. В первой половине моя команда играла очень-очень плохо, но во втором тайме мы хорошо выстроили защиту и очень хорошо работал вратарь. Я дал установки своей команде, и она их выполнила. Я очень счастлив, что мы выиграли эту игру. Гомельская команда молодая, у них очень хорошие игроки, но они еще очень молодые девчонки. Пройдет еще время, и Гомель будет очень хорошей командой. Гульня у отказ другого квалификационного раунда Кубка ЕГФ помеж Дунерой и Гомелем отбудется у Румынии 23 кастрычника. Сергей Нігеревич, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Эти інші новини вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершенный. У студии працював Євген Паблавец. Усяго доброго и до встречи в эфире.